22 мая 1856 года была основана Третьяковская галерея – Национальный музей русского изобразительного искусства. Коллекционер, купец и текстильный фабрикант Павел Михайлович Третьяков приобрел картины художников Шильдера «Искушение» и Худякова «Стычка с финляндскими контрабандистами». Он был в дружеских отношениях с художниками-передвижниками. Их картины и составили золотой фонд музея. В 1892 году Третьяков принес свое собрание в дар Москве. 22 мая 1911 года была основана Международная федерация кинологов. Инициаторами создания стали Германия, Австро-Венгрия, Бельгия, Франция и Нидерланды. На время Первой мировой службы прекратила свою работу. Вновь стала работать в 1921. Цель организации – развитие и защита кинологии и чистопородного собаководства, а также гуманного отношения к животным. По данным на 2016 год в федерацию входят национальные кинологические федерации 91 страны, в том числе и России. 22 мая 1970 года родилась британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл. В 7 лет она уже снималась в клипе Боба Марли «Is the Love». Когда Наоми было 15 лет, стала супермоделью агентства «Элит». В 1991 году она была признана одной из 50 самых красивых женщин мира, согласно журналу People. В 1996 году вышла книга Наоми «Лебедь». Наоми Кэмпбелл регулярно появляется на обложках журналов и участвует в показах разных домов мод. Роберто Кавалли, Валентина Дольче Габбана. А на Южном Урале в этот день произошло следующее. По решению Горного ученого комитета в 1900 году при Златоустовском казенном заводе началось строительство доменной печи. А 22 мая 1902 года она уже была задута. Именно эта дата считается датой основания Златоустовского металлургического завода. Первую домну назвали Ермоловской в честь министра земледелия Ермолова, который и руководил этим проектом. А строительством печи занимался инженер, заводоуправитель Гертум. Ермоловская печь выпускала в месяц 22 тонны отборного чугуна, вязкого и прочного, выплавлялась на щепе из чистой руды.